Кто тут у нас провел фотосессию? Кто тут у нас фотосессия, а? Ну, не грязными руками, Дим. Не грязными будем есть. Фотосессия у Димы была. Дима нарядился в жирафика. Давай еще посмотрим, что еще там есть в мешочке. Тебе Дед Мороз, да? Я буду кушать, тетя. А потом будешь кушать ручки. Помоем с тобой? Ручки у тебя грязные сейчас, да? Сейчас я его скину. Грязные. Конечно, стена не очень. Но сидящий ребенок под елкой в жирафике смотрится очень великолепно. Да? Давай вот сюда сейчас будешь класть. Тут у нас такая коробочка есть. Сюда складывай. Яичко клади сюда. Вот. Доставай, что еще там есть в мешочке. Это что такое? Это вата сладкая. Мы такую вчера уже одну с ним съели. Ну, клади, ты ее-то пока не открывай. Он ее, кстати, научился открывать. Тыкнул ее еще. Кстати, вот она уменьшается. Ну, ладно. Давай, доставай. Доставай, выкладывай. Тоже вата. Я тебе две таких. Вернее, Дед Мороз две положил, да? Клади ее сюда. Туда клади ее. Дальше доставай. Это опять тыкнуть. Не надо. А то она лопнет. Конечно. Еще один. Еще один Ким. Не надо каждый открывать, Дима. Не надо. Доставай просто и клади рядышком. Рядышком? Конечно. Ты же сразу все не съешь. Постепенно будешь целый год до следующего Нового года кушать, как это обычно должно быть, по идее. А это что такое? Это... Не знаю. Что это? Это... Чупа-чупс же. Мы вчера такой находили, да? Чупа-чупс. Ой. МНДМ-сика еще мешается там, да? Молоко. Нет, сок. Ты же все это должен чем-то запивать, да? И Дед Мороз об этом подумал. Что Дима будет чем-то запивать все это же, правда ведь? Ладно. Я положил тебе сок, да? Банановый. Давай дальше, что еще там? Еще сок. С чем он, смотри? Самос. Ну и ладно. Вот самос. Угу. Это самос, это самос. Ну, это пока ехал, наверное, подарок сломался. Давай дальше, что еще у тебя там? Батюшки, это что такое тебе подарили? Нет, это воздушный рис. Рис воздушный. Сколько, скажи, всего? Сколько? Что еще там? Да, конфетки. Дед Мороз положил Диме, да? Да. Да. Там соски, конфетки. Мягенькие они, мармеладки, да? Сумма, о, это что за конфетка там? Это. Milky Way, да? Окей. Milky Way, мягенький он. А, и... Угу. Ну, там, наверное, смотри, с другой стороны написано. Халва. Халва? Угу. Да сколько много положил. Много положил? Ну-ка. О, сколько конфет Диме подарил Дед Мороз. Что там такое? Показывай. Это. Ну, поверни. Ну, ты поверни вот так. Опа. Что такое? Киндер. Киндер-шоколадки, да? Такие еще. Киндер-сюрприз есть и яичко. А это шоколадки киндер, да? О,
Какая огромная. Тоже от Kinder, да? Такая шоколадка. Ты все это будешь кушать, да, Дима? Я все это буду кушать. Вот. Хочешь такую сейчас скушать? Я хочу это кушать. Хочешь? Кушать. Надо ее открыть. И это я хочу кушать. Откроешь? На. Какой я? Вот она. Вот она. Опа. Опа. Открывай. Доставай, верни. Ну что там? Что там? Вот она. Клади. Вот она, шоколадка. Доставай ее аккуратненько. Какая шоколадка. Кушай. Ну как? Полезная? Полезная. Нравится? Классно. Да. Ну что ты? Передай. Ух. Целую в рот прям положу. Обалдеть. Ты что, будешь кушать? Ну, одну пока съел, хватит. Тогда мы будем. Ну, ее положи, потом ее съедим. Сразу много нельзя. Ты там себе отдельно что-то складываешь? Давай дальше мешочек, что там? Знаю я. О, это печенье мюсли от Любятово. Это что это? Ну поверни, как я могу угадать? Что это? Птичье молоко типа. Молоко типа. Птичье. Здесь коровье молоко, это птичье молоко. А это что такое? Ну-ка покажи всем. Вот. Да, какие-то, что там, батончики какие-то. Там для детей маленьких как раз такие они. Более, да, от фрутоняни. Угу, клади. Дети, мы запустим. Ну, потом будем и это. Давай, разбирай, что еще у тебя там. Еще такое, да? Да. Батончики какие-то. И это что это? Ну, то же самое. Птичье молоко. Тоже птичье молоко. И это что это? Батончики. Батончики? А это что такое у тебя большое? Это шоколадку тебе Дед Мороз подарил? Шоколадка это. Ну-ка, покажи всем. Несквик, шоколадка. Буду это кушать, шоколадку. Тоже будешь кушать, да? Да. Это кушает шоколадка. Угу. Там ободок стал лезить, там ободок. Угу. В подарке она лежит, да? Дед Мороз подарил тебе. Сколько вкусняшек интересных таких, да? Такие еще не пробовал, да? Это что это? Еще шоколад, конфетка, да? Да. Это что это? Тоже конфетка. Типа родных простор, только она называется волжские просторы. Можно кушать все. Это что это? Ой, что такое? Ну-ка покажи всем. Покажи. Ну, еще поверни. Ага.
какая-то такая вкусняшка интересная. Можно тоже закусить? Конечно, это все твое. Это все твое. Тебе Дед Мороз подарил. Да? Дима забыл письмо написать Деду Морозу? Он ему просто подарил конфетки, да? Дима нарисован тут, Дима нарисован тут. Дима там нарисован. Ну-ка, покажи-ка. Вот Дима. Ну, поверни еще чуть-чуть. Ко мне нарисован. Вот, ну-ка. Ну-ка. Похож. Похож на Диму. Он похож на Диму. Конфетка. Ну-ка, какая, покажи нам. Поверни. Еще поверни. Ну, поверни лицевой стороной. Где картинка у нее? Красная шапочка, что-то ее прям кверх ногами. Она точно такая же оранжевая, как и ты. Вот, правильно, вот так надо показывать. Вот, красная шапочка, да? Да. Называется конфетка. Есть сказка «Красная шапочка», а это конфетка «Красная шапочка», да? Я буду кушать. Да, обязательно. Что, сейчас что ты будешь ее кушать? Сейчас я буду кушать. А ты не лопнешь? Я лопну ее. Ну, давай, кушай. Как ее десять? С другой стороны тоже открывай. Теперь посерединке. Конфетка. Ешь. С вафелькой. Ну как? Полезно. Сильно ее руками не трогай. Руки грязные, а ты ее прям всю истрогал. Ешь. Ага. А, весь испачкался шоколадкой. Испачкался шоколадкой. Вытирай каждый пальчик. Ничего ты там усолишь-то, господи, ребенок. Перемазался уже в шоколадках. Все, что ли? Что? Подожди, я буду еще. Пальчик. Ты сейчас жираф еще испачкаешь мне. Нет, если я буду пустить. Все, пока хватит тебе. Давай, доставай, что еще там есть. Сразу много так нельзя. Это. А, еще одна такая же, да? Нет, не надо, не разворачивай, положи. Клади, дальше доставай. Это что это? Конфетка, да? О, да. Еще одна такая же. Это что это? Еще одна, да? Какие там еще у тебя? Конфеты. О, это что такое? Баунти. Райское наслаждение. И тоже я буду кушать. Потом тоже будешь кушать. Что такое показывай? Это. Поверни. Ко мне поверни. Ну. Ай, чикапайка. Да? Вкусная чикапайка. Да, шоколад у Димы уже все растаял. Дима его мять начал, как тесто. Положи ее в холодильник, надо теперь убрать. И за холодильник.
Давай дальше, что у тебя там? Так ты все шоколадки перемнешь мне. Ай, это что такое? Ай, там глазки, смотри, ротик у нее, да? Это конфетка это. Это мармелад у тебя, да? Тоже буду кушать. Да, тоже будешь кушать. Давай дальше доставай. Это все сразу вот это. Угу. Доставай дальше, что там у тебя? Это свет. О, это такие волжские просторы. Давай дальше, что там? Это что-то. Угу, дальше. Такая же, да? Ну что там осталось? Много еще? Это что-то. О, такая же была, да? О, да тут все уже одни. Еще бумажку Дима положил, да? Вот какие у Димы, оказывается. Конфеты Дед Мороз положил, да? Конфетки. Давай кушать. Ну ты поел уже, две конфетки съел. Много нельзя сразу так кушать. Три съесть. Ага, а потом ты съешь три, скажешь, надо четыре, потом пять, потом шесть, да? И так до бесконечности. И так ты все съешь. А что будешь потом кушать, завтра, послезавтра? Что мотаешься? Понравились тебе подарки? Посмотри на меня. Понравились. А? Это какие они. Сок запивать чем-то надо, да? А, да вот это сок. Угу. Скажи всем спасибо за просмотр. Ставь все лайки. Спасибо. Лайки, лайки. Лайки, покажи лайки. О, Тани, лайки. Говорит, скажи, поставьте мне лайки. Много-много лайков. Подписывайтесь на канал наш, который называется Артмания, да? Пишите комментарии, скажи, я буду очень рад вашим комментариям, да, сына? Да, да. Что там еще? А ролики смотрите другие, наши влоги, скажи, как я провожу свое свободное время, да, Дима? Да? Да. Козочка моя.